аккуратно. Не поставил ногу правую. Не поставил. Да, ты не спеши. Сначала опору почувствуй под ногой. Смотри, вот. Ловлю. Гриш, под левой ногой. Вот поставь ногу левую, да. Вот. Выступ. Выступ там. Стоп. Не-не-не, ты ищи ногой теперь опору. Начни с того, чтобы ты немножко подтягиваешь ноги, потом на них выходишь и переставляешь руки. Да, сначала ноги ищи, куда поставить. Да-да-да, чуть-чуть правой рукой выше. Да лежите! Выше, вот сюда вот. Вот так. Левой рукой на 4 кирпича. Угол возьми. Вот он, да, угол. Теперь сюда, да. Теперь прям за угол башни. Чуть-чуть левее, вот так. Да-да-да-да-да. Ищи опору на ноги, на руках висишь все время. Да. Кто лазил в этот маршрут? Давайте подсказывай. Выбирай! Гриш, с внутренней стороны, вот, вернее, с внешней бери, обхватывай швеллер. Правой рукой с внешней стороны. Ты опору на ноги найди. Подожди, руками не перехватывайся. Под левую ногу найди опору. Ну, выпрямись на левой ноге. Все. Теперь правой рукой с другой стороны швеллер возьми. С другой стороны. Правой рукой с другой стороны надо обхватить его. Вот. Заползай. Под левой ногой посмотри, там у тебя крюк железный, на него встань. Все, садись. Опусти руки, раструси их. Повстряхивай. Опусти, пусть повисят руки.
Правую руку опусти. Пусть они повисят. Гриш, ползешь на руках. Держишься. Переноси вес тела на ноги. Сначала опору под ноги, встал на ноги, потом ищешь опору под руки. Новая нагрузка. Новая нагрузка, да? Да, опусти их, реально, я не знаю, кровь отходит. Ну да, да. Поэтому вот старайся, чтобы они над головой долго у тебя не держались. Тебе нужно выпрямиться, чтобы руки были на уровне там плеча. Жень, ой, Гриш, правую ногу на внутреннюю часть швеллера поставь. Бочком, ага. Смотри, правой рукой за сосульку надо будет взяться. Правой рукой, не левой, правой. А с другой стороны, вот так возьмись. Да, да, теперь поднимайся на ноге. Гриш, но тебе выпрямиться надо, встать на швеллере. Не-не-не, не ногу оставляй на швеллере. Смотри, ты перестанешь, и ты дотянешься, левой рукой у тебя будет там ступенька. Правой рукой возьмись вот на сосульку. С другой стороны, по-другому, да, разверни, да, вот так. Ты просто вес тела перенеси на нее, и все, и будет держать. Вот, вот. Бери за сосульку, наваливайся, вот. Теперь тебе опору под ноги сначала надо искать. Да. Выдавливай себя левой ногой. Да, правой рукой взяться за краешек. Но сначала ногой выдави себя. Вот. Ищи под правую ногу. Левой ногой становись на крючок, да, да, толкай, на левую ногу выпрямляй, да. Правую ногу, смотри, у тебя чуть выше, через 30 сантиметров ступенька, правую ногу вставляй, выше, да. Правой ногой выжимай, выжимай правой. Вот, выжимай, выжимай. Левую ногу на карниз ставь, левую, выше, 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 еще чуть-чуть. Левую ставь, да. Красавец. Молодец. За веревку нужно. Ты поворачивай. Нет, он за веревку, которая белая на стене, Гриш. Правой рукой берись, правой, одной правой, и все, выходи, выходи, все, нагружай веревку, отпускай веревку, отпускайся, руки перед собой держи просто и ногами толкайся, отпускай, не бойся, не бойся, ногами толкайся, да, за веревку не держись, не держись, руки перед собой,